Всем вновь привет, с вами Артур, и мы продолжаем с того места, где остановились в прошлый раз, проходить Dark Souls 2. По-моему, это был... Точнее, эта локация называлась как-то Лес Падших Гигантов или что-то типа того. Я не уверен, но мне почему-то так кажется. Но в любом случае будем двигаться дальше. Стоп, у меня есть идея. Хотя... Ой, почему это тело скатилось в воду? Ладно, я думал просто, может быть, сесть у костра, чтобы враги восстановились, потом убить их, и у меня было бы больше душ, но... Ой, дерьмо. Я сейчас так... Ёптики-моптики, чё ж ты так летаешь? Откуда стреляют? Непонятно мне. Ну... По Тестусу он пьет очень даже плохо. Так, а вот с этим можно поговорить? Мне просто тут стреляют, и как бы до него добраться сейчас? Так, что за кровавое пятно? Не повезло. Ой. А мне повезло. Вот так вот. Так, ну, по-моему, души безымянных воинов это самые дурацкие души. Они где-то 200 душ дают или что-то типа того, так что... Вот как ты попал? Как им это всегда удается? Может помочь прыжок, да, вышел? Помог. Короткий меч. Душа пропавшего мертвеца. Окей. Я уж думал, сейчас разобьюсь к черту, но... Повезло мне. Везунчик. И даже человеческую фигурку нашел. Так, этот персонаж со мной совсем говорить не хочет. Но я особо никого не убиваю, так что... Ой-ой-ой. Вот тебе и никого не убиваю. Из ниоткуда опять же появился. По-моему, тут не только сундук впереди. Давай. Ожидаемо. Я готов был... Очень сильно предположить, что кто-то здесь будет стоять. И здесь кто-то стоял. О.
открыл-то? Ну, поехали. Вот такой вот ты ублюдок. Ой, а где же тут вещи-то чинить? Я совсем без понятия. Сделаем маленькую замену. Ну, теперь у меня немножко удары другие. Ой, протыкающий, да? Ладно, пусть хоть так. Ой, мне это не нравится. Ублюдки! Хрен вам. Эй, иди сюда, ублюдок. Хотели подловить меня, как обычно, толпой. Любят это они в начале игры, что в первом Dark Souls, что в этом. Внезапно так, опаньки, 5 человек. Пора бы умирать. Да возьми ты этот предмет и давай. Опять подловили. Я не понимаю, как будто из воздуха берутся. Или они просто сидят, чисто как будто невидимые. Ну, не невидимые, но такие неподвижные, что ты их даже и не заметишь, если... Если и не глянешь. А, замечательно. Костер впереди, кстати, не сдавайся. Поздно я опомнился. Молдавская урна. Интересно. Так, ладно, да, пока мы не пойдем. Сюда мы... Ладно, сначала костер. Присядем, я думаю, в фляжке с эстусами восстановим. Всех по все помешаны на душах. Так, купить предмет. Топорик выглядит как из первого дарка по карте. Да, все знакомо. А броня не знакома. 5 человеческих статуэток. Что тут вообще? Самоцветы. Открывает мастерскую кузнеца Ленграста в Маджуле. Вот это хорошая вещь, пожалуй, я куплю. Почему бы и нет? Магия.
Dragon Lake's been a pile of rubble since the war fought long, long ago. When the giants crossed the sea. Seemed like the battles would never end. Poor folk like myself have nary a place to sleep. That's why I keep all me things right with me. You may travel light, but methinks you bear a burden of your own. They say these trees grew from the remains of the giants. From each carcass sprouted new life growing into what you see now. But you know what they also say? Don't believe what an old hag says. It's high time that I pick up a move. I've a bargain for you. Next time we meet, my love. Окей, пусики. Пойду я, пожалуй, отдам ключик. Как хорошо, что теперь... да, Маджула. Как хорошо, что теперь можно с самого начала перемещаться между локациями. Нужны всякие чаши. Всякий такой бред. Ну, хотя, с другой стороны, это упрощает все, но... Неплохо. Так, где этот кузнец-то был? I'm a blacksmith. I'm... А, да, тебе надо сначала дверь открыть, потом говорить. Ah, yes, very good. Now I can get to work. But first, let me set up. Come again later. Ah, yes, very... Now, I... But first... Даже если эта мимика откусил бы мне голову, я бы... Ух ты, короткий лук, замечательный. Мне бы теперь стрел. И тогда я бы уже... Мог бы постоять за себя еще лучше. Потому что, ну... Два меча, это круто. Давайте попробуем... Отдохнуть, подойти к нему, может, он уже будет готов со мной поболтать. О, он уже внутри. You stand back. This is dangerous work. The name's Lenigrast. Just a simple blacksmith. And you are... another useless traveler. A man ought to labor with his feet planted firmly in the earth. Not roam around like you flirtatious vagabonds. Oh, what does it matter? Go on, show me what you've got. Your equipment. Let me have a look. But do it quick. О, вот это замечательно. Ну что ты гонишь? У меня... Меч был сломан. Эх, осколки титанитов нужны, а у меня их... Откуда у меня баклер? У меня не должно быть баклера. Ну ладно, если есть, то это здорово. А, 10 осколков у него есть. Для починки порошок. Да, я куплю 34 стрелы. Worse than my reckless daughter. Don't spend your whole life in transit, you hear?
You'll need souls to repair and improve equipment. I know only of smithing, but souls have many other uses as well. Don't waste your souls on useless trinkets. Think before you spend. Equipment can be strengthened with rare ore stone, but such ore stone won't come easily. My girl knows her stones, but she's always out prancing about. Now, there's a time for travels, but you can't wander the world forever. Even you must have someone waiting back home. Drat. You're worse than my reckless daughter. Don't spend your... Okay. I'll be around. Пожалуй, можно тогда сделать... Чего-то не хватает мне. А, я хотел проверить. Фу, какая говяная перчатка. Куда стрелы пихать? Но все как обычно. Ох, поехали дальше. Куда поехали? Дальше. Блин, меня бесит этот курсор, он постоянно появляется в середине. Даже не понимаю, почему. Ух, ну что, сходим, наверное... Ой, наверх. Ничего хорошего нас тут наверняка не ждет, но... Ключ требуется, но может помочь атака. Хороший, хороший вариант. Ух ты, порошок для починки, малый кожаный щит. Сейчас сравню. Больше нравится. Так, мне интересно, в этой части опять будет как в Demon's Souls проблема с переноской множества предметов. Наверное, надо все. Топорик, лучистый самоцвет жизни. Хорошо. Просто очень не хотелось бы, чтобы кидывать все постоянно в этот чертов склад, так бесит. Осторожно за... Спасибо. Где? Чё за говно? Откуда он вообще встал? Как они вообще... Я не понимаю этого всего. Ну что это такое? Просто встают, хрен знает откуда. Ну, надеюсь, тут надписи нету, и это не что-то опасное. Вот. Белый мелок. И плюс этот. Может помочь прыжок. Зачем мне прыгать туда, если я хочу
если я хочу приземлиться. Да. Оригинально. Оригинально. Ну, я могу попробовать еще разок, потому что мои души где-то тут должны были валяться, но, видимо, они валяются где-то наверху. И что это за малюсенький щиток вообще? Ты будешь очухиваться. Давай, очухивайся. Дерись. Ну вот, 90 плюс душ. У нас уже 189. Как же туда так? Круто. Ну что? На улице все спокойно? Все спокойно. Здесь. Серьезно? А чё кровавые пятна? Да не, жив. Жив цел. Попаду я на него или нет? Так. Спокойно. Просто спокойно спуститься. Нет. Ну, интересное место. А вы меня уже ждете, да? Ну вас к черту. Так, человеческая фигурочка. И надо спуститься тут осторожненько. Нет! Поздняк. Мне бы надо силушку прокачать, потому что урон у меня, мягко сказать, печальный. С 4 ударов убиваю простого врага. Да хорошо, что я еще ни до каких боссов не дошел. Да, самоуверенность. О, факел, можно будет... Ой, в начало вернуться и... И зажечь. Да что, откуда вы лезете? Бьешь их, бьешь, лупишь, лупишь. Не знаю, что я подобрал, я уже. Они какие-то такие сонные. Да, вот мне интересно, как я потом отсюда буду выбираться. Хотя у меня есть косточки. Самоцвет жизни, всякое барахло. Сыпется. Лесенка. Предмет. Какой предмет? Где предмет? Давай, предмет. Нету предмета. До свидания. А у нас тут где-то жабы. Может, даже где-то тут. О,
Ну давайте, давайте. Давай. Все, нет. Окей. Как-то тут все. Чё? Ёб твою. Маг. Ну говно саное, боже ты мой, как я мог так? Не слежу за выносливостью, вот и получается такая херня. Ладно, сейчас все сделаем технически. Но здоровье отнимается потихоньку, это все не к добру. Все не к добру. Бултышок. Круто. Бултышок не про канал. Да, наверное, с... Они! Привычка спускаться по лестнице, скользя, погубила меня. Ну, еще раз сходим. Я честно не специально это делаю, но что-то пошло не так. Ладно, давайте осторожненько сейчас. Смело и осторожно убьем всех. Вот так. Самоцвет жизни, еще один. Нет, это спаги. Примем. Спустимся по лесенке. В этот раз осторожно. Надо научиться спускаться по лестнице, скользя тут вообще-то. О, если зажать, то можно. Тут. Так, ну давайте. Сейчас будет Жора. Жора! Ох, там дофига. Лишь бы еще сверху не шлепнулись, ублюдки. Не прет вам. А, поперло. Полегче. Ну что, пора спрыгивать, давайте. Не знаю, как вы это делаете, откуда вы беретесь, но... Здрасте. Что-то не так, вы пока один, я вам не верю. А вот. Ну что ж, заходим. Ой-ой-ой-ой-ой. Да не. Все нормально с ним? Отлично.
Отлично. А почему тут так много кровавых пятен? Ладно, все в порядке. О! Длинный меч огненный, вообще замечательно. Вы меня сегодня радуете. Но не плюс один, поэтому у меня нету 10 силы, так что... Не радуйтесь, все, давайте. Теперь бы убежать отсюда. Драться с этим... А, ладно, в жопу. Так, сейчас, наверное, на меня еще насыпется. Ага. Я ж слышу звуки, спускай себе. Сейчас как туда наверх залезть? Ну, как-то по-другому. Так, а где был проход в стеночке? Там, конечно, и враг был, но... Кто-то тут ходит. Усердно так топчется. Ага, вот и дырка, хорошо. Сейчас я заберу свое добро, которого нету. А, вот он поднимается. Но я не думаю, что он... Ладно, все. Но класс. Хорошо. Ой, тут теперь надо еще... Боже ты мой. Как тяжело. Вы ублюдки. Да вы что, совсем... Я вам что, ниндзя тут? Давай, иди сюда, хватит кидаться, говна кусок. Раздражает только меня. Наручи какие-то. В общем, наверняка какую-то говно броньку дают постоянно, но... Пусть будет, все. Что за звук? Все, до свидания. Фух, ладно, я думаю, на этом сделаем тут перерывчик, продолжим уже в следующей части. Наверх поднялись, по низу походили, вроде все более-менее неплохо и пока справляемся. Но шкала здоровья моего неумолимо опускается и скоро, может быть, я уже перестану выживать так хорошо, но пока все неплохо. Ладно, всем удачи, пока, увидимся в следующей части.